Привет, друзья! Я снимала два ролика про мою Диффенбахию, которая сломалась и оставалась сбоку вот здесь детка. Вот эту детку я отрезала от основного большого ствола и посадила ее в тот же горшок, где она росла. Срез посыпала этим фитоспорином, сделала ей хороший грунт и высадила. Детка была, да вот здесь были листики последние, когда я ее сажала. Сажала я ее 30 декабря, это была экстренная посадка Диффенбахии, и все так переживали, что она у меня упала и сломалась, так что нет, Диффенбахию я не потеряла. В общем, вот такие вот результаты у меня. Диффенбахия у меня растет. И тут у меня еще драцена, которую тоже надо пересадить, потому как у нее какие-то растут грибы. Всем спасибо, до свидания. Вот такой обзорчик был.